Новосибирске состоялось 31-е заседание постоянно действующего семинара при парламентском собрании Союза Беларуси и России по вопросам строительства союзного государства на тему «Научный потенциал Беларуси и России в области фундаментальных и прикладных исследований, как важная составляющая инновационного развития союзного государства». Парламентарии, ученые и эксперты обсудили приоритетные направления научной деятельности в области совместных исследований в Беларуси и России, а также перспективы активизации сотрудничества наших стран в рамках реализации научно-технологических проектов. Особое внимание участники заседания уделили существующим проблемам в сфере развития науки и инновационных программ в союзном государстве. Сегодня у нас, прежде всего, такие программы связаны по биотехнологиям, по космическим исследованиям, по суперкомпьютерам. У нас есть программы, связанные с новыми материалами. Вот о них мы будем с вами говорить. В рамках программы семинара союзные парламентарии и ученые встретились с администрацией Новосибирской области. Белорусскую делегацию встречал заместитель губернатора Андрей Ксензов. Парламентарии поблагодарили администрацию за теплый прием и насыщенную программу семинара. Обсудили ряд вопросов по усовершенствованию уже существующих совместных программ Новосибирской области и Республики Беларусь, а также озвучили заинтересованность в новых формах взаимодействия. В свою очередь Андрей Ксензов поблагодарил депутатов за многолетний опыт сотрудничества и качество белорусской программы. Он выразил уверенность в том, что впереди предстоит еще немало совместных программ и проектов.